Россияне смогут стать клиентами банков без посещения их офисов уже с 30 июня 2018 года, сообщает издательство «Российская газета». Для этого необходимо будет один раз предоставить свои биометрические данные, изображение лица и образец голоса. В будущем удаленная идентификация граждан может распространиться и на другие виды услуг, в том числе страховые, пенсионные и нотариальные, чтобы у клиента была возможность получить банковскую услугу без посещения офиса. С помощью этого механизма банк сможет подтвердить личность клиента на расстоянии и дистанционно предоставить услугу. Процедура для пользователя будет бесплатной и добровольной, только с согласия клиента. Банк зарегистрирует клиента в единой системе идентификации и аутентификации и единой биометрической системе. Регистрация в единой системе идентификации и аутентификации проводится на основании проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у клиента уже есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то будет использована эта запись. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 94 копейки, евро 70 рублей 16 копеек.